Представители Павлодарского городского филиала партии «Нур-Отан» и депутаты городского маслихата ведут постоянный мониторинг на наличие лекарственных средств в провизорных госпиталях. В случае необходимости при содействии бизнесменов будет оказана помощь в приобретении препаратов. Так, в провизорный госпиталь при кардиологическом центре привезли недостающие медикаменты. 300 упаковок «Энексопарин Бинергия» и 5000 флаконов «Дикмакса». Первый препарат стоит 10 500 тенге, второй – 105 тенге. Общая сумма затраченных средств составила более 3 миллионов 600 тысяч тенге. Все это завезли в провизорный госпиталь при кардиологическом центре. Помощь в приобретении лекарств оказала группа неравнодушных предпринимателей города. Я хочу от всего коллектива и пациентов поблагодарить городской филиал партии «Нур-Отан» и депутатскую фракцию бизнесменов города Павлодара за такой дар в виде лекарственных средств, который очень сейчас нам нужен, потому что мы испытываем дефицит некоторых лекарственных средств. И эти лекарственные средства, они составляют практически основу лечения пациентов, которые у нас находятся с пневмониями вирусными. Представители Павлодарского городского филиала партии «Нур-Отан» и депутаты городского маслихата неоднократно призывали бизнесменов помочь в приобретении необходимых препаратов, приборов, оборудования. Сейчас работа налажена. Предприниматели идут навстречу, осознавая, в какой ситуации находится население. Сотрудники провизорных госпиталей оставляют заявки, после чего партийцы, депутаты и предприниматели доставляют приобретенный товар согласно списку. Центры и госпитали обращаются. К сожалению, не всем всегда можем помочь. В этой связи хотели бы обратиться к предпринимателям и неравнодушным гражданам нашего города, чтобы оказывали какие-то финансовые, либо другие какие-то, наверное, помощь. Могут это делать как через партию «Нур-Отан» или через депутатов, могут напрямую приходить и через главврачей эту помощь оказывать. Это далеко не первая помощь провизорным госпиталям. К примеру, в третью городскую больницу в тот же день доставили 10 кушеток. В целом, за весь период оказания поддержки в сумме было затрачено около 15 миллионов тенге. Сегодня любая помощь важна. Только сплотившись вместе, получится победить пандемию и вернуться к привычной жизни. Валерия Степчук, Даулет Кошкербаев, Ертыс Ахпарат.